Все у нас дожили до конца, но тем не менее состав внушительный. Друзья, пожалуй, начну я с вопроса, да? Ну, чтобы дать темп, показать, как это нужно делать. На самом деле у нас есть вопрос от образовательного сервиса InPro, который мы до конца не решили. Он нас очень беспокоит. У вас есть группа. 4, 8, 12 человек, без разницы. Группа начинает учиться в сентябре. Да? Вам приходит либо к нам в ноябре ученик, и мы фактически группы все набрали. Есть группы неполные. Например, у нас группа из 4 человек, а там занимаются трое. Для старта достаточно, но в октябре к ним хочет присоединиться четверка. Внимание, вопрос. Что делать? Потому что мы прошли определенную программу. Да, если мы говорим о репетиторстве, окей, мы можем немножко догнать индивидуальными занятиями, либо как-то во время занятий все это сделать, групповых. А вопрос о, допустим, ментальной арифметике или о скорочтении. А, уважаемые спикеры, кто готов ответить? Какой есть ответ? Какой вопрос? Минута пошла. В более кратком, да, виде, есть группа из 3 человек, занимается 2 месяца. Надо воткнуть 4-го, нулевого. Как сделать? И стоит ли это делать вообще? Ну, хотелось бы узнать ваше мнение. Кто готов ответить? Елена Бабкова. Елена Бабкова, Самара, образовательная форма. Мы сталкивались с этой проблемой только чуть с более взрослыми людьми, то есть мы с детьми практически не работаем.